Дрейк. Все дикие дрейки поплатятся за Сейрос. Вот и они. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Тутенбаут. Я поздравляю всех девушек с наступающим 8 марта. Здоровья, успехов вам, любви и всего хорошего. Ну, мы продолжаем играть в ARK Survival World, потому что вас эта игра очень сильно заинтересовала. Вы ее больше всего любите и смотрите, поэтому я снимаю для вас ARK. И еще спасибо большое Карусу, вот моему братану, который со мной в трайбе, он мне подарил Season Pass, или там пак был, уж не помню. Короче, у меня там в наборе выжженная земля, операция, ну, которая у меня уже была, и еще там Рагнарёк, новое дополнение, которое выйдет еще там весной 2018 года на ARK. Короче, благодаря ему мы можем с вами играть на всех картах ARK Survival World. Да, вот спасибо большое тебе, Карс. Ну, мы сегодня, вот у нас серия будет, надеюсь, интересная. Мы будем модернизировать вторую базу. Я вырастил нового Дрейка, потому что тот печальным образом погиб в красном биоме. Ну, там долгая история, лучше не буду вспоминать и рассказывать. А еще у нас в трайбе новый чувак. Джекас зовут, он нам очень хорошо помогает. И что бы еще сказать? Ну, в принципе, говорить нечего. Мы сегодня будем прокачивать Дрейка и модернизировать вторую базу, которую скоро, возможно, переедем. Ну, как возможно, мы должны туда переехать. Но для начала давай с тобой покормим зверей, точнее, наполним кормушки. Вот, кстати, мой Дрейк новый. Зовут Скайрин. Это у нас девочка. Давай на ней слетаем за едой. Точнее, пропланируем его. Я ей тут вкачиваю выносливость. Ну, она последняя надежда на кражи яиц Дрейков. Мы на ней будем красть яйца, я надеюсь, поэтому я прокачиваю выносливость до 2К, хочу прокачать. И мы там дальше ей прокачаем хпшку как можно больше, можно будет идти в красный биом. Надеюсь, такая серия будет с похищением яиц, но это не точно. Это смотря как будет. Почему, ты меня, наверное, сейчас спросишь, почему я снимаю среду? Ну, потому что... В четверг я завтра занят, поэтому в среду. Вот нам надо ее прокачивать, поэтому меня забывать при помощи ее. Она мощная. Очень хорошо добывает мясо нам драгоценное. Плюс, если я ее еще воспитал, я ее всадил, и там 25% по всему. Так, вот, здесь баранина. Так. Ну и гуанодона давай. Вот, кстати, радиус большой. Радиус атаки очень большой. Так, шерсть нафиг. Кератин нафиг, тухлятину нафиг. Ну, наверное, в принципе, хватит сейчас на первое время наполнить наши кормушки. Сейчас посмотрим, что у нас там. Я уже, в принципе, нормально. Я только говорю нормально, уже не кричу. Овладел полетом. Уже так неплохо. Так, ну вот сюда. Ну-ка, давай. Вот, отлично. Спустились. Так. А, да, я еще чертежный глушитель нашел. Надо будет нам его сейчас убрать. Так, давай. Собираем. Мясо. Драгоценное. Посмотрим, что у нас тут. Кормушки.
Так, ну, в принципе, есть немножко закинем маленького, свежего. Блин, я кривый. Ладно, потратим. Сейчас, а сколько чего мне сажусь, то мы сейчас и так пешкодрапом дойдем. Так. Ну вот у нас могилка, наш сервис, героев. Короче, в войне с дрейками. Его на самом деле 5 дрейков закрыли. Это уже другая история. Так, наш инкубатор. Ну-ка. Блин, селитры мало осталось. Надо будет селитры наделать. Чтобы яйцо не голозавра хранить. Хочется какую-нибудь змейку приручить. Так-то высиживать у нас нет смысла. Так, где у вас тут кормушка? Вот она. Ебать. Мясца. Так. Потом. Хорошо. Вот тут вот все наполнить надо. Драгоценным мясом. Так, чертежный глушитель. Ну, блин, надо было там оставить в доме сейчас. Лишняя беготня просто. Так, зашел, чертеж положил. Все, отлично. Сейчас можно будет, в принципе, заниматься там модернизацией. Мы хотим там сделать базу уже, ну, на металлическую, побольше турели наставить. Там у нас будет новая база, потому что это, ну, тупо отвлекающий маневр, на который могут, в принципе, напасть. Но противник не может знать о том, что у нас есть запасная база, которая будет более круче, чем это. И то, ну, эту базу мы сейчас в основном бережем только ради того, что инкубатор. Инкубатор нам очень дорог. Потому что без инкубатора не видать нам дрейка. Так, надо поесть, попить. Все, можно отправляться. Так, сейчас отойдет только вот эта вот вся штука. Это грибы. В принципе, пока и так могу полазить. Так. Надо бы повыше забраться, чтобы так покрасить. Отлично. Вот, видишь, я уже владею. Так, не буду отвлекаться на тебя, на камеру. Их, давай, 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 давай. Опа! Ух, отлично. Так, теперь сюда, пожалуйста. Люблю своего Дрейка, просто обожаю. Точнее, Дрейкаршу. Это жить у нас девочка. На смену Сайрексу пришла. В этот раз вот эта вот у нас мадамочка росла 5 дней. Но у нее, соответственно, голода было больше, с ней легче. Хотя она уровня такого же, как и Сайрекс. Ну, была при вылуплении. Так, отлично. Владею полетом. Прям обожаю. Так, стоп, еще раз прыжок. Не забываем обращать внимание на цитаминку. Это самое важное. Так, отдохни. Отдохни немножечко. Она самый быстрый вариант передвижения. На ней можно фактически везде ползать. Так, надо бы сейчас еще посмотреть, там могу ли я там какой-нибудь элементик где-то включить. Просто вдруг там сейчас такая штука прикольная, которая мне нравится, лежит. А я об этом не знаю. Так, отдохни. Отдохни. Все.
точнее, планируй. Ух, ни хрена себе, красота какая. Правда, бывает провисает, но ладно. Так, вон он. То, что я хотел. Просто это симбион, ты чё хочешь? Тут до хрена всего. Желательно быть аккуратнее. Так. Там что такое? Цветочки какие-то. Блин, ну вот серьезно, вот в таком фиолетовом луче держать какие-то зеленые рубины. Вот вы серьезно? Я не понимаю вашу логику. Так, летим, летим. Уже я так грамотно научился летать, ну, с той серии. Уже, видишь, более качественный полет. Так, это тут у нас. Так, ну, вот я и дома. В принципе. Так, отлично. Хорошо, вошли. Вот у нас тут дикие... Ой, какие дикие. Прирученные, опасные... наши сороконожки, которые могут стрелять ядом вот так. Так, ладно. Нам надо модернизацию устраивать, так? Для мод... Блин, иди сюда. Для модернизации нам пригодится... железо. Вот мы тут уже... Ну, точнее, я тут уже почти обделку стен закончил. К сожалению, я знаю, что это дверной проем и стены железные, металлические. Так, у меня тут металл должен был быть. Да, уже это и есть. Метальчик, постройки, металл. Ага. Раз, два, три, четыре. Так, ну, четыре, нормально. Хорошо, что цементные пасты еще достаточно. А ты сейчас вообще тут одурел. Так, давай, ставим. Раз. Вот у нас тут база, кстати, очень выгодная. У нас тут зарядная станция еще рядом стоит. Можно аккумуляторы заряжать. И меня это устраивает. Так, все. Сейчас на плавку металла засунем там дерево. Сгоняем за металлом. За металлом, за металлом. Тут очень много металла в синем бионе, поэтому нам удобно тут жить. И место красивое такое, спокойное. Так, Скайрин, тебе же есть что поесть, да? Вроде бы очень. Но если что, я на тебя поохочусь. Так, вот это вот у нас... Тип такая будка трансформаторная для генератора. Похоже на подвал, да, Кань? Прикольно. Кстати, сколько там у нас? Единичек-то осталось. А, 46. Так. Отлично. А, ну да, спасибо. В конце концов, Alpengoldom. Ну, я их называю шоколадками. Так просто проще. За то, что они нам подкинули вот новое яйцо Дрейка, вот именно из этого яйца и появилась Скайрин. Она последняя наша надежда, да, я уже, наверное, это говорил. Так, гиганта Питека тут у нас сломили. Так, удалить скин. Отлично, вот сюда положу пока, просто он много весит. Так, анкилозавр. Ты чё, застрял, что ли? Ёб твою мать, ебать она буйная. Так, давай, побежали. Быстрей, еще быстрей. Ох, Карас, братишка заходит в игруху. Так, самое главное, ворот не открыть, это не пыль, они сейчас выбегут и все сожрут, нахуй. Так, давай. Отлично, вышел. У
вон ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту-ду. Вон гигант питек валяется. Дохлый, бедный гигант питек. Чё в тебе хоть такое лежит-то, ёбаного? Нифига тебе под кайф. Давай, добываем металл. На, 24, 51, 81. Давай попочкой. Виляй побольше. Отлично. Отлично. Давай еще. Блять. Еще. Ты серьезно? Ты ебобо. Ебани. О, наконец. Так, что у нас там с весом? Вот слежу за весом. Так, ладно, достаточно. Нам надо еще как-то обратно добегать. Мы тут вокруг базы все провели водопровод. Насажали вот этих растений X. Огромную тучу. Вот прям здоровую тучу. И они на нашу базу сейчас в основном защищают. Турелек у нас пока нет, но их запланировано очень много. Эта база будет должна быть основной базой. Это так, прикрытие. Но зато мы тоже следить будем. Блин, какой слизь, открыть ворота. Так, отлично, давай бежим. Бежим. Давай. Рещи. Так, опа, он зашел. Здорово. Так, металл. Отлично. Металл лови там. Лови волну. Так. Посмотреть. Это нафиг. 200. Ну да. Анкила шпарит металл. Очень круто. И грамотно. Безумно много. Так, еще. Так, еще. Их вот сюда перевожу, просто уже у него сил нет. Так, пока у нас тут будет металл плавиться, мы с тобой и Дрейка будем прокачивать. Скайриншу нашу. Скайрина у нас вообще безупречная девка. Так. Просто тут такая смешная история, я не знаю как, но я нашим друзьям снес трубы вот на своем вот этом новом. Не знаю, как это произошло. Так. Пока тут пусть плавится. Давай посмотрим, кого в этом синем биоме. Так. Так, отлично.
сейчас посмотрим. Вот да, вот у нас ловушки для всех существ. Странно, чё этих-то ни в кого мне пожрать? Ладно, поскольку в синем биоме сейчас я пока никого не наблюдаю, из нормальной добычи полетим-ка мы возле детей, там крабов, может, пожарим там спинозавров, от них там побольше мне выгоды падает. Так, давай. Эх, не успел. Давай. Ускорение. Сюда, да. Молодец. Еще. Отлично. Хорошо. Прям супер, я бы сказал. Так, вон и наша жертва. Да, много опыта, правда, с них не падает, но все же есть. Вообще мало опыта, пипец. Мало опыта падает. Так, выключил фонарик. Все, вот наша красная линия. Чтобы тут крабов убили, офигеть. Сколько же тут полигона. Че, не бобо? Я сейчас тут обоим соберу. Кожа саркозуха, ну вот нафига вот мне вот это вот все билиберги. А крабы не. Краб для нас пока серьезный. О! Хотя не, краб там сам на спину полез, да? Или нет? Так, краб, мне надо просто его. Тут спинозавра. Блин, рыбу бедную мочу. Ты понял, убегаешь. На тебе. Отлично. Говна надо набрасывать, который с него наупадало. О, как раз. Ща. Там синий луч. Давай. Так, чертеж, большая рама. Ну, фига мне это. Скачиваю выносливость. Это все третий день. Выкидываю. Не нужно. Так, молодец, быстро прокачивается. Вот то, что надо, вот пока что. Так, ну давай. Посмотрим, кого еще слопать можем. Так, кто тут так массово истреблял животных? Что-то знакомое. Может быть, тут жнец проходил. Вообще, вот всю массу животных основных, которые тут бывают, истребили. А, ну конечно, это кто у нас? Так, ну-ка. Не вижу. Вау! Лагал-то как? У нас кто? Это... Гигаватт. У нас гигаватт тут истребляет всех.
это отец Николя. Как его там, небось сейчас в шоке, потому что не ходим. Небось сейчас был в шоке, то что у меня Дрейк. Они нас еще ни разу на Дрейках не видели. Так, Карас у меня тут. Эх, скучает, наверное. Надо бы его проведать. Ну, сейчас, вот это вот только что завалю и проведу, как так поживает Карас. Он, самое главное, он не летит, по сути, а парапланит. Так, передышечка. А то пол энергии, это не сильно хорошо. Когда у Дрейка мало энергии, считай, твой Дрейк мертв. Это я уже недавно понял. Когда потерял Сайруса. Так, давай еще усилим. Ну, хорош. Где он там хоть сидит-то? О, блин. Так, ну давай, полетели вместе с нашим героем Карасом. Так. Летим. Так. Постоим, отдохнем немножечко для Дрейка нашего. Так, отлично, вошли. Так. Постоим, отдохнем, все. Еще. Пролетим. Надо жить нашему братану, показать мастер-класс. Я летать научился. Вау. Вот это вот меня уже. Thank you.
Так, ну все, он у нас сейчас будет собирать металл. А я пойду попрокачиваюсь на ком-нибудь. Не могу тут что-то найти живку какую-нибудь такую серьезную. Так, ладно, невидимость. Так, вон, барионикс ебнут. За фигня была, не пойму, странно. Так, блин, ладно, и это невидимость энергии все-таки жрет. Да безумие, отдохнем от невидимости. Так, выносливость. Отлично. Ага, может там все-таки что-то есть. Ну хотя это вряд ли, тут что-то вот вообще мало чего могу найти такого. Может все-таки там, где мы сейчас были недавно. Так, давай. Может быть, крота ебанем? Давай, крота. Отсюда сейчас стартану куда-нибудь. Так, постоим, отдохнем, подождем. Как-то так пришлось обходить сейчас, потому что голову там пролетели. Так, давай еще. Вон там вот мне интересно всегда было, что такое находится. Блин, потерял высоту. Зачем это узнавать? Нам лучше вот сейчас там по главной дороге вот пролететь. А кого-то жертвы. Загрызь крокодила. Давай, грызем крокодила. Еще. Еще крокодильчику. Отлично. Выкидываем. Так, максимальный уровень, говоришь? Сейчас подожду. Давай еще. Кусаемся. Хорошо, кусаемся. Зажжу тебя. Сколько у меня там опыта-то? 1930 уже есть. Прикольненько. Что он угорает-то?
Так. Посмотрим, какого ты там уровня. Пес. Блин, не могу смотреть. Где этот говнюк? Вообще не понимаю. А, вот, вот. Во-хо-хо-хо, нифига себе, вижу. Зайчик спустился. Альфа Каркинос. Уровень 15. Не стоит. Ну еще слабый, чтобы с таким биться. Сюда. У меня тут уже целая тактика разработана. Сюда. Так, теперь отсюда мы красивенько залетим вон там. Ну, скорее делай. Мне показалось, там пролетел Дрейк, наверное, с гигаватт. Ну, мне, может, просто это показалось. Так, сюда, сюда. Отлично, побежали, побежали. Мне просто интересно, тут, наверное, короткий путь к этому. К... Алпинголдам и красному биому. Смотреть, ну немножечко. Ну да, слушай, так и есть. А вон там дальше элементы у водопад. Так, ладно, надо валить отсюда, нам пока нифига делать. Я теперь понял, как мы можем отсюда сокращать. Дела сокращать, как перемещаться по-бырому. Вон, можете не видеть. Что? Потихоньку все сделали. Смотрите. О, чертеж. Заебись. Написал. Какой почет танкилу. Так, энергия тратится. Давай выйдем из невидимости. Сделаем рывок. Сюда. На скалу с металлом залезем. Идеальный кадр. Очень красивый кадр. Так, это у нас что? А, вот. Вот все супер. Может быть, так тебя заснять или как мы тебя заснимем? Ну, в принципе, во-во-во, идеально. Отличный кадр на превью. Так. Возвращаемся в нормальное меню. Так, давай. Рывок. Я просто не хочу рисковать опять идти вот так вот в одиночку в красный биом. Я так просто Сайрекса потерял. Я же неопытный чувак. Дикий Дрейк. Все дикие дрейки поплатятся за Сайрус. Вот и они. Это за Умрёшь, понял.
тебя лежать. Так, отлично. Сюда. Блин, а бомба какой-то. Стартанешь, нет. Успел. Отлично, я теперь просто знаю, как. Ой, боже, освещение-то я как будто святым стал. О, как идеально-то мы сейчас тут пролетим. Ну ладно. В принципе, что нам лететь? Уже серия довольно большая такая получается. Ладно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Обожаю своих подписчиков за то, что вы меня смотрите. Надеюсь, мы сможем хорошо развиться. Ну, за предстоящую неделю. Ну что ж, всем удачи, всем пока. Прости, братишка или сеструха. Просто уже видео очень много идет. А люди не любят, когда видео много идет. Ну что ж, ладно. Всем удачи, всем пока.